До 2030 года в Казахстане введут условно-накопительный компонент. В 2023 году планируется, что каждый работодатель из собственных средств будет отчислять 5% от заработной платы работника на дополнительный счет в ЕНПФ своих работников. Для чего, расскажем далее. Обязать работодателей за свой счет осуществлять дополнительные 5% отчисления в ЕНПФ планировалось с 2020 года. В прошлом году президент Казахстана поручил правительству отложить введение до 2023 года. Планируется, что будут открыты дополнительные счета каждому жителю страны, на которые будут поступать эти отчисления. Примерно мы уже прочитали, когда в 2040-2042 году это уже последние люди будут выходить на пенсию, кто будет иметь стаж до 98 года. И, соответственно, люди остаются только с базовой пенсией и с накопительной части. И чтобы увеличить сумму выплат человеку, кто достиг пенсионного возраста, предполагается введение еще одной выплаты, а именно условно-накопительной выплаты для будущих пенсионеров. В последующем при выходе на пенсию казахстанцы будут получать, кроме выплат из республиканского бюджета и единого накопительного пенсионного фонда, выплату со счета условно-накопительного компонента. Но когда у него средства эти заканчиваются, он и дальше будет продолжать получать, так как предполагается, что выплаты будут происходить с счетов тех вкладчиков, которые, скажем так, умерли, и у них остались какие-то средства. Здесь будет действовать принцип перераспределения, и вот эти средства, с учетом того, что они не собственность граждан, они не будут наследоваться. До введения реформы вопрос будет обсуждаться, отмечают специалисты. Ожидается, что за это время правительство, представители бизнеса и эксперты придут к согласованному решению. Вероника Вишневская, Амир Ерланула, Ертес Ахпарат.